Всем привет! С вами я и она. Нет, это самое. Ладно. С вами я, человек без нормального официального сценического ника и названия канала, который все же продолжает снимать реакции. Я опять-таки извиняюсь перед всеми людьми, которым я пообещала много чего заснять и все еще этого не сделала. Я не просто так пообещала, я все это собираюсь сделать. Но сегодня я в основном просто смотрю и слушаю то, что я уже очень сильно хочу посмотреть сама, и просто терплю, потому что не хочу это делать без реакции. А Милена просто оказалась рядом, поэтому я решила, почему бы не пригласить ее на нашу тусу. Так что, да. Валялась там за тумбочкой. Хочешь рассказать, что мы собираемся сейчас смотреть? Да. Мы будем смотреть AB6, если я правильно произношу, Eight Savior из альбома A to B. Я еще ничего не видела, ничего не слышала, даже не уверена, как они там будут выглядеть, кто эти люди. Ладно, я знаю, кто эти люди. Да, мы, в общем-то, я тоже не уверена, как правильно произносить название группы AB6, мы так считаем, мы посовещались и пришли к выводу, да, мы так примерно знаем имена участников, у нас даже есть свои бесы, но мы не уверены, как их зовут. Я даже не всегда уверена, как он выглядит, но... У нас даже есть один альбом, но не этот. Но не этот. Да, но мы, в общем-то, очень хотим поближе познакомиться с этой группой, они нам нравятся, и, в общем-то, поэтому, когда я узнала, что вышел новый клип к новому альбому, я почти сразу захотела его посмотреть, но вот ждала этого момента, и, в общем-то, да, мы абсолютно не знаем, чего ожидать, не видели никаких, да, тизер-фото, ничего. Я тоже без понятия, я просто увидела, что это вышло, и такая, о, давайте посмотрим. Так что, да, давайте просто приступим. Красиво, блин. Угу. Мне уже нравится, только я хочу все-таки попробовать звук сделать по это все, что мы можем. Ну хорошо. А в Ютубе на максимуме? Да, по-моему, да. Что-то не переключает. Так. Давай посмотрим. Да. Да, на максимуме. Ну, значит, нормально. Думаю, потом может быть громко. Вау. Вау. Выглядит. Вау. Тут какие-то росли. Подожди, подожди. Тебя не было на секунду вайба фриз? Посмотри. А, посмотри, прики. Посмотри, как они там сидят. Вот, вот этот кадр. Да, как будто в одном подвале. Да, да, в одном подвале сняли. Кстати, такая немного, там тоже какие-то расследования. Мне кажется, вот я тебе говорю, вот эта локация первая, она выглядит абсолютно, по-моему, как фриз. И вот это очень похоже. Ну да, что-то есть. Есть. Ну, слушайте, я всегда за такой концепт с расследованиями, да. Детективами. Детективы — это вообще любимые. Блин, красиво. Вау. Слышишь? Да. Духви. О, боже. Да, мы все еще не знаем, как правильно духви или дохви, но у меня уже есть несколько, благодаря Милене, которая мне это купила, у меня есть несколько мерчей, так сказать, с ним. Он мне очень нравится. Я вообще, так сказать, включаю его в список самых горячих кей-поп мужчин. Свой личный, так сказать, объектив... субъективный? Субъективный. Субъективный, да. И тут он с голубыми волосами, что просто прекрасно. Давай просто сначала посмотрим. Я постараюсь часто не останавливать. У меня есть грешок, я очень часто останавливаю. Ты уже заметила. Ну, надо хотя бы сначала посмотреть. Да, если что, убей меня по рукам. Нет. Абьюз. Абьюз. В прямом эфире, ну, почти. Ну, не такой, да. Ну, вообще, так точно. Да. Короче, в общем, какие-то расследования. Тайны интриги. Спасибо. Это уже прикольно. Мне, по-моему, немного монстр напоминает. Чисто визуал, и даже с этим мешком на голове, фриз, по-моему, тоже что-то такое было. Я не в том смысле, я не считаю, что это плагиат или что-то такое, но мне очень нравится это. Ага, мы видели тизер фото. Мы посмотрели эту рубашку. Мы прямо сейчас зашли посмотреть имена участников. А, это отсюда. И это были новые самые фото, но мы видели только два фото. Но вот я особо твоих... не всматривалась, я даже не поняла. Да, я просто увидела, потому что я часто жалуюсь на этот Селин или Силайн, который постоянно на первом плане, эта надпись, она прям бросается в глаза у всех айдолов. Они, мне кажется, монополия, купили уже всю кей-поп-индустрию. Ну, ну да, могут ладно. Себе позволить. В принципе, выглядит красиво. Если бы я была Силайн, я бы тоже так сделала. Да.
Красивый, да? Простите, простите, чисто для этих образовательных целей или как это? Для ABCX, кстати, песня, ну, по моему личному, насколько я знакома с их все творчеством, она не очень типична. Но пока что, по крайней мере, по звучанию я еще не слышала припев, но пока что куплеты. Но у меня есть немного по музыке вайбы Монсты. Типа, немножко более жестко, да, чем обычное звучание. Я как фанат Монсты, да, у меня есть... Но я очень люблю, как это звучит, и мне очень, кстати, нравится. Для ABCX просто очень интересно звучит. Ну, осталось дождаться припева, если мы живём до него. Не, я согласна, мне тоже уже нравится, как звучит, но мне кажется, мы просто еще не слушали особо их бисайды, мы не знаем, что... Ну, бисайды, да, но... Но да, я согласна, у них бывают довольно ритмичные, в принципе, но немножко более мягкие, да, такие песни. Ну, не знаю, как правильно описать, мы так легко заходящие. Но мне нравится очень сильно, и выглядят они... Выглядят они отлично. Потрясающе. Да, надо успеть сделать на паузу. Вау. Да, я просто хочу сказать, что я просто боюсь, что тебя могут не услышать, поэтому когда хочешь что-то сказать, или говори громко, или давай нажимать на паузу, потому что я хочу, чтобы тебя слышали, твое мнение в массы. Человек вообще не видит. Гей! Сначала гей в лице, а потом гей. Я слышала. Я надеюсь, что это станет мемом, потому что это слишком прекрасно. Да, показалось, да, было бы неплохо. Да, показалось, потому что мне тоже показалось, значит, это уже не показалось. Даже не показалось. Ладно, показалось, да. Конечно, да, но... Что ты сказал? А я не знаю, гей, может быть. А что там, кстати, что переводится? Подожди, это мы должны послушать. Мы не обратили внимания на этот прекрасный рэп. Ну, я могу сказать, что ты думаешь о том, что только что произошло? Мысли путаются, но вообще, он просто... Ну, я, во-первых, обожаю его с темными волосами. Вот да, с темными волосами это вообще, я считаю, что это вообще моя любимая. Например, в Бриф у него светлые волосы, мне тоже очень нравятся, но с темные волосы, мне кажется, как раз его... Розовые тоже прикольные, или это как раз было Бриф? А, по-моему, это было... Ну, они там такие были, розово... Ну, я не помню, не уверена, что они были розовые, я помню, что они были светлые, ему идет, ну, вообще, любым красивым, но мне кажется, что черный это его. Мне очень костюмы нравятся. Костюмы очень красивые, красивый. Но и его рэп, его голос на это. Очень-очень классно, типа... По-моему, песня вообще супер. Вообще, она звучит вообще отлично. Чуть ли не лучше всех, что мы у них слышали, хотя они мне все нравились. Особенно Бри. Давай дальше послушаем. Вау. У меня такое дежавю было сейчас. А вот это как раз звучит как их песни, мне кажется. Это прям звучит, нет? Как песни ABCX. Ну, вообще, по дропу, вообще им очень подходит, потому что у них что в Бриф, что, по-моему, в Абсолюте, хотя они абсолютно разные, у них есть вот это... Они любят вот этот смену музыки. Mm-hmm. У них такие очень часто. Редкий, дропы переход. Такие, когда переход сначала как будто одна песня, а потом меняется. Давай еще раз этот переход послушаем. И вообще припев можно послушать. Mm-hmm. Это только припев, да, получается? Ну, получается, да, это должен быть припев. Держись. Красивые?
Это красная синяя подвеска. Он потрясающе танцует. Ва, ну. Твой интересный припев. Ва. Очень красиво звучит недорого. О, они сказали нам, как они называются. Только не очень понятно. ABC, все правильно. Ну, да. Только... Это интересно, меня слышно? АСМР. Я не уверена, что меня так хорошо слышно в этом микрофоне. Много для меня, да? Довольно интересно песня в том смысле, что она очень такая. Она... Вот она, кстати, она... Чётко разделена на части? Да, но у неё нет такого, знаешь, как плавного перехода. У меня есть такое ощущение, и mm-hmm. причём это приятно. Ну, не то, она не вызывает дискомфорт. У меня были песни, например, как «Зигзаг». Не помню точно, какой-то женской группы, не помню точно какой. По-моему, она как так называлась. Мне было немного тяжело слушать, потому что... Не «Зим Залабим» это было. Нет, «Зим Залабим», кстати, я привыкла. Сначала было тяжело. Есть еще, по-моему, «Зигзаг», если не ошибаюсь. Может, мне, по-моему, быть, было тяжело слушать. А тут я чувствую это довольно приятным. Но довольно интересно, как она прям... Она, знаешь, как такая, она как ступеньками идет. Она... Mm. И очень интересно, потому что припев тоже звучит не как классический припев, потому что обычно припев, знаешь, это красная часть, которая ты прям... Mm-hmm. И вот это, она заседает у тебя в голове и повторяется. Знаешь, кто так делает? Stray Kids так делают. Stray Kids. Не, они делают прямо песни, делят песни на четкий рэп, потом вокал, обычно вокал переходит к припеву, и припев обычно что-то вообще другое, да? Но мне, я даже думаю, что здесь скорее не рэп, а у них вообще как-то песня вся с ступеньками, даже не то, что разделена между вокалом, а у них прямо... У них... такие, знаешь, как даже у них даже как будто припев немного более такой, сам припев ступенчатый, и куплеты, и бриджи, то есть звучит прикольно. Очень интересно, вообще интересная песня. Да, вообще хотел сказать, что мне очень нравится тоже рэп, вообще огонь, еще так, но... много, его всего... так много. Несколько, обычно, четыре, кстати, участника. Обычно его так, ну да, но обычно его так, но много не бывает. Это очень здорово. Обычно нет такого времени. Я вообще, я вроде уже об этом говорила в каком-то из своих видео, что вот я не люблю, когда в песню вставляют, знаешь, одну строчку рэпа, типа вся песня вокал, да. Одна строчка вообще, ну зачем тогда это вообще надо? Хотя есть всякие айконик, как у Twice, которые надо все равно, но неважно. Я к тому, что я люблю, когда рэпа много, и прямо вот один человек, вот конкретно ему дают разгуляться, и он так идет и просто и гуляет. Ты говоришь человеку, у которого большинство просто бесов рэперы, которые просто по рэпу, да. Я это люблю, я люблю своих бесов, да. В общем, это очень классно, но при этом, то есть сначала я обратила внимание именно на рэп, но потом я обратила внимание, что мне нравится и вокальная часть. Вокальная, тоже. У нее какие-то вот такие мелодии очень прикольные, да? Вокальная часть здесь очень красивая. Мне просто нравится, что припев, он, кстати, довольно... Он не вот этот, нету в нем вот эта мелодичность, которая, знаешь, как вот обычно идет, там ноты тянут. Он более такой спокойный, речитативный скорее тут припев. Но части, где именно вокальные прям и ноты высокие, и более длинные, кстати, очень хорошо звучат. Мне очень нравится. Честно, мне вообще песня, я первый раз ее слышу, мне заходит вот так. Мы еще даже до конца не дослушали, мне уже зашло. Она хорошо звучит. Очень хорошо звучит. Вот. Бридж получается. Песня чётик, вообще чётик. Клип очень красивый. Клип красивый. Это же какие-то айфы. Смотри на них. Да. Телефон в голову. Поменяли ритм, нет? Я по руке говорю. Да, я говорю, у них песня, даже послушай в припеве. Ой. Хороший стоп-кадр. Там тоже красивый стоп-кадр. Я говорю, вот про это я и говорила, у них даже в припеве он не идет как цельный, он у них как-то разделен. Ну, ступеньки, я говорю, образно, не потому что она идет вверх или вниз, а потому что она как бы вот... Как будто часть идет песня, они переключаются, идет песня, они переключаются, и даже перед, вот сейчас был третий припев или второй припев,
по-моему, третий. Там прямо был, чувствовалось вот переход к будке телефонной. Там было такое. Очень резкие, да, переходы. Там был прям такой Да, такой бум. жумбу. Это, Мне знаешь, я напоминает, нравится. как NMIXO. Я думаю, мне интересно, как она Мне звучит. нравится, сколько мы уже сравнили, просто со всем кей-попом сравнили. Но это хорошее сравнение, это про какое-то. Она не то, что она похожа на какие-то песни, Ну, я про то, понимаю что тебя. есть Вход какой-то вот эти, да, конкретно. ходы. Но мне, кстати, интересно послушать, как у Onyx и ООП, послушать ее вне клипа, а потому что, например, Onyx, вот этот перерыв, его нет, там более плавно идет. Мне интересно, как она звучит, Да, мне если они, скорее всего, убирают в тоже. аудиоверсии Да-да-да, перерыв. мне интересно, как она позвучала. Спасибо. Немного роковая еще. Да? Ну послушай на заднем. Блин, мне нравится вот эта часть. Рапьёма. Они говорят love. Я не уверена. В английский с Там бетой. написано. С бетой огорчений. Но они говорят, по-моему, это не на английском. Разве они говорят так? Короче, о чем клип я не особо поняла, потому что песня вроде была, как Ну, всегда, она как. флирт настроена. Она, по-моему, всегда такая, нет? Да, ну мы сейчас Ну, какие-то почитаем текст. расследования, какие-то Да, похищения. это похищение наших Какая-то сердец, тюрьма наверное, какая-то, как да, я думаю, всегда. да, что-то такое, ищут там путь к сердцу нашему. Что я могу сказать? Песня мне сама понравилась. Сейчас во второй раз попытаюсь больше обращать внимание на клип и на... Ой, у меня нога затекла. Спасите, спасите, помогите, нога. Все, я ожила. В общем, Вот такие вот дедовские попытаюсь... Да, реакции. такие дедовские реакции. Попытаюсь обращать внимание на слова и на клип побольше, Вау. но с первого раза песня вообще супер. На самом деле, я ожидала от них чего-то классного, но это прям огонь. Вот. Ну, кстати, у AB6IX, если подумать, я не слушала сайт песни, но заглавки по большей части мне заходят. Ну, я не помню ни одну заглавку AB6IX, которая мне бы не понравилась, честно. Но, возможно, я что-то не слышала, но все, что я слышала, мне понравилось. А если учесть, что мне обычно бисайды нравятся еще больше, чем заглавки, почти у Ну, всех групп, бисайды это вообще иконик, я что же нас считаю. ждет в бисайдах? Ну, Да. кстати, хороший, да, вариант возможности. Нужно Вообще нужно послушать. послушать все альбомы. Это мини-альбом вроде Да, бы. это Него не должно мини-альбом. много Да. песен. Вот так. Давай еще раз послушаем. Давай. Постараемся в этот раз так много не останавливать. Ну да, надо немного Но более. ничего не обещаем. Особенно если надо пересмотреть что-то для образовательных целей, какие-то красивые моменты. Да, мы чисто образовываемся. Да, Образовательный образовываемся, канал. сидим тут. Образовательный канал, мне, кстати, нравится. Посадите меня, тоже в эту Вот тюрьму. это, кстати, начало очень Хорошо. прикольное, да, такое немножко трипи, вот эти Да, вот трипы, да. перевернутые кадры, то есть это какие-то, видимо, просто какие-то их фотки. Чисто ищут друг друга просто. Ищут друг друга, кстати, возможно, они там были все на разных камерах, помнишь, на изображении? Да, я тебе говорю, потерялись в этом Сеуле, знаешь. Люди с фотографическим кретинизмом. Ой, очень классно. Вступление даже. Красиво. Выкрик. О, Я. мешки надели. Так я говорила, ты не заметила сейчас? Я не замечаю мелкие детали, как ты уже заметила. Для этого ты здесь. Но я тебе говорю, у меня поэтому было тоже сюрприз, потому что там тоже были мешки на голову, вот это все. Да, я только сейчас это Ну, увидела хорошая своими тематика, хорошая, глазами. мне нравится. Там эти гвоздики. Я так люблю эту фичу на заднем фоне. Как расслышать теперь? Я не знаю. Блин, ты, Ребята, кстати, заметила, у помогите него как расслышать. татуировка. Я Ой, еще с первого раза классная. заметила, очень классно На выглядит. снежинку похоже Да, либо немножко. на лесочек какой-то. Но выглядит прикольно. Модный вот этот молодежный, ребят. Песня называется «Спаситель». Они, видимо, предлагают их спасти, или они сами друг Север. друга спасают. Триггерит Как юмор. бы, в целом мы не Ну, можем перевести тут как все. всегда, там юмор Да. и триггер, все такое. Да. Я тоже Dreamer по мне. Я могу.
Мне эта часть очень нравится. Да, звучит. Вот я говорю, мне вот эта часть именно, да, которая именно как-то мелодичная. Ну, то есть, в песне они, можно сказать, обращаются к нам, как будто, ну, не факт, что на самом деле к нам, они хотят, чтобы мы так думали просто. Ну, лично ко мне и тебе, я думаю. Да, лично к нам вот двоим они прям написали, тут Аня и Милена, где-то под текстом. Мелким шрифтом, да. Нет, ну, то есть, обращаются к нам, что типа, вот, я там ищу тебя, иду к тебе, ты там мой спаситель, мой триггер, без хэштега, не знаю, что это значит. Ну, мы, я и ты без хэштега. Но на самом деле, в клипе они явно идут к какой-то цели, тоже ищут, возможно, друг друга, возможно, что-то еще. У вас было, знаешь, как в этом меме. У вас была цель, вы... А, у вас был план, вы его придерживались? У нас был план, и мы его придерживались. Это они тоже, они тут к цели. Да. Да, ну то есть я вижу, это то, что я вижу, я не мастер строить какие-то гениальные теории, поэтому, да, пожалуйста, мне кажется, постройте их в комментариях, если... Не, они вполне себе могут там быть. Ну, теорий можно, на самом деле, много придумать, но, в принципе, по-моему, довольно... Кстати, и если подумать, так-то и текст, в принципе, вяжется с этим. Ну, можно связать текст. Да, конечно. Как ни странно. Как ни странно. Обычно это совершенно две вещи такие, просто не связанные там. Не всегда, по-разному. Понятное дело, я шучу. Блин, переходы такие. Что мне напоминает вот это ту-ту-ту? Знаешь, что мне это напоминает? Шерлока у Шайни. Причем не из-за того, что тут тема детективная, а именно у них там вот этот бит такой. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, нет? Понимаешь, что я говорю? Я тебе вообще скажу... Гипнотизирующий немножко. Когда первый раз услышала припев, я подумала, что... Я вот сказала, что у меня есть дежавю. Мне что-то это напомнило. Вот я не могу... Но я не могу ловить... Возможно, что-то другое тебе Возможно, напомнило. Я Шерлок... Я пытаюсь вспомнить, как Шерлок звучит, но... После этого послушаем. Именно вот начало, когда они говорят «Shine is back», понимаешь, что это? Есть что-то там... Нет, перекати поле просто. Ну да ладно. Ну, есть немного такой shiny vibe, есть чуть-чуть. Здесь нет shiny vibe, на самом деле. Да, shiny именно, vibe, именно ну, вот я этот... говорю про, наверное, shiny vibe Шерлока, имею в виду. Ну, я не знаю, есть что-то именно такое. Вот, именно тот конкретный бит, ну, неважно. Понятно, что shiny vibe, вообще другие. Он плохо себя ведет. Нет, они говорят не на английском, потому что там что-то Да, я тоже слышу р. Мне нравится, как эта часть звучит. Очень прикольно. Это ратнемай. Это я для образовательных целей хочу пересмотреть припев. Да. Да. Ну, Джина в этом клипе просто это... Много. Это его, это прям... Очень это... классно, очень классно. Это прям хорошо. Mm-hmm. Ну, им, правда, дали много времени, по-моему. Но я считаю, что это круто. Да? Mm-hmm. Люблю много рэперов. Люблю много времени. Много рэперов, больше рэперов. Больше рэперов, больше рэперов, да. Это могли бы быть мы, да. Вот эта часть мне очень нравится. Mm-hmm. Вот эта, которая именно переход. Мне тоже. Вот, это такой переход.
здесь на самом деле столько всего в клипе, происходит, да, что мы просто песни, не успеваем, клипе, в песне не успеваем всего. Следить, потому что сама песня очень насыщена, еще мы пытались немножко смотреть на текст, еще нас отвлекали красивые мужчины. Текст, там был текст. Я пыталась, да. Люстра, признак, да, признак хорошей элиты, песни. Да, и хорошей песни. Там еще и гравити, ну не то, не гравити, но не важно, но не то. Но люстра есть, но люстра есть, да. Казалось бы, в чем дело? Казалось бы, в чем тут люстра? Это когда ты за телефоном. Здесь сначала чаотик, конечно, очень сильно. Но мне нравится, как классный чаотик. Я тоже. О, да-да, я вижу все это. Я все вижу, да? Я все вижу, я люблю так. Блин, это классно такое. Рэк, няма. Кстати, какой-то знакомый этот, какой-то знакомый гараж. Ты думаешь, это гараж? Да-да, посмотри, там, когда периодически попадает верхняя вот эта, типа, голограмма. Сейчас. Знакомый гараж. Смотри, это какой-то... Щеки болят. Это я честно говорю, в этом гараже все эти кей-поп-клипы снимаются. Я говорю, какой-то знакомый гараж, что просто, вот этот корейский гараж, один на весь Сеул. Вполне возможно, на самом деле. Ну, выглядит знакомо, по крайней мере. Так, это вы, да? Это да. Все, оно нет! Она сказала, у вас нет выбора. Да, сейчас. И вы что-то там хотели посмотреть, я такого не видел. Давай назад сделаем, включим что-нибудь красивое. Что-нибудь кадр. И я знаю, что у тебя там красивый кадр. Что у меня там, да? Да. Красивый кадр, смотри какой. Вот. Красивый нормально? Кадр. Да, это для меня. Для меня, да. В общем, не знаю, как вам, а мне очень сильно понравился клип. Я на самом деле прям в восторге. Я буду это слушать, я буду это смотреть. Я постараюсь внимательнее смотреть клип в следующий раз. Да, надо песню будет еще хорошенько переслушать. Ну, пару раз, да, чтобы прям... Хотя она мне очень понравилась, и уже с первого прослушивания, но я, конечно, не ожидала. Я не так часто реакции записываю, примерно никогда. И обычно, когда в первый раз, конечно, немного смазывается картина, да, чувствуется по-другому, но мне очень понравилась. Песня необычная. Необычная и прикольная. Представь, что ты еще где-то с третьего-четвертого прослушивания уже запомнишь все переходы, и ты уже будешь их ждать. Но у меня уже в голове, песня сначала. Еще будет лучше звучать. Отъёра. Да, я обязательно должна послушать все эти переходы в других песнях, которые мне это напомнило, и посмотреть это все в моей голове или это где-то еще. Замашапить там. И да, я бы хотела послушать весь альбом, посмотрим, сделаю ли я это в реакции, или мы не выдержим и просто послушаем это сегодня. Ну, я не знаю, как ты, я так точно могу послушать сегодня, да, это первое самое. Ты можешь. Вот, в общем, да, такие дела. Как видите, мы не то что прям очень много знаем про AB6, так что если вы о них знаете больше, пожалуйста, напишите в комментариях и предлагайте, может, какие-то каверы, которые они делали, на которые можно снять реакцию, может, какие-то еще видео, вообще все что угодно, что с ними связано, я с радостью посмотрю, так что жду. Ради духа. Не, не только ради него, почему? Мне очень нравится. Да, как-то так. И все. Всем спасибо, кто это посмотрел. Всем пока.